перед создателями фильма «Род, Мэри и Клин». Это 65 минут документального фильма, не политического, а поэтического. Датировано маем 2014 года. Все происходило в Украине. Германо-украинская съемочная группа проехала 7 городов. Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Черновцы, Львов, Киев. И 17 дней, 32 часа материала. Все подробности, которые остались за кадром, расскажут создатели фильма. И узнаем в течение нашей пресс-конференции, где пройдет показ документального фильма. Луц Янг, немецкий режиссер, и Ольга Петрова, украинский режиссер. Сейчас трейлер. Как хотите, давайте
Да, у меня просто пока трейлер смотрели, зачем тут немецкому режиссеру вот эта украинская реальность? Вот собрал ты на дочь режиссера украинской реальности. Naja, ich glaube, ich bin schon seit meiner frühen Kindheit politisch interessiert. Ну, я бы так сказала, что я уже с раннего детства политически заинтересован был. 86 war mein erstes Erlebnis mit der Ukraine. В 86 году он как бы в первый раз столкнулся с понятием Украина, услышал о нашей стране. Da war ich 6 Jahre alt. Ему тогда было 6 лет. Das war wie ein hat sich angefühlt wie ein kleiner Weltuntergang. Это на него произвело впечатление, как маленький конец света. Und dann bin ich in die große, weite Welt. Но потом он вырос и попал в большой мир. Also so 350 километров weit. 350? 350. Значит, в 350 километрах от того, где он был маленьким. Ja, und dann habe ich dich getroffen. А, ну и потом он встретил меня. Und Olga hat mich gefragt, mir geht's gerade nicht so gut, ich war noch nie politisch. Я ему сказала, что-то мне не очень хорошо в данный момент, так как я украинка, но политика никогда не интересовалась. Und sie ist Filmemacherin und Malerin und hat auch, wie ich, an der Kunsthochschule studiert. И она, то есть я художница и кинематограф, и училась также со мной в том же учебном заведении художественном в Германии. Und weil ich so ein großes Drogerie-Geschäft habe in Offenbach in der Nähe von Frankfurt. А так как у меня большой как же это? Gib mir Big Shop, Big Shop, großer Laden, großer Laden. Großer Laden, большой магазин. Ja. У меня есть Германия. Und du da auch arbeitest? А я там также работаю, ну не продавцом, а это как бы ателье, агентство. Stand sie eines Tages vor mir und hat mich gefragt. Я как-то предстала у него перед глазами и сказала: "Поехали". Ich muss einen Film drehen, das ist meine Art, meine Heimat zu vereinbaren mit mir selbst. Нужно снять фильм. Это моя возможность отреагировать на события на моей родине, которые происходят. Und sie sagte: "Hilf mir". Я сказала: "Помоги мне". Ich hatte noch nie eine Filmkamera in der Hand. Я еще никогда не вела операторской работы, не держала камеру. Und ich habe gesagt, okay, lass es uns machen, wir haben einen Monat, um es vorzubereiten. Ну, а Лут сказал, давай сделаем, у нас есть месяц на подготовку. Ja, und seitdem sind wir auf viele hundert verschiedene tolle Menschen getroffen, die uns dabei unterstützen, von Anfang an. Viele hundert? Mindestens. С тех пор мы минимум встречали сотню прекрасных, замечательных людей, которые нам помогли в наших начинаниях. Deswegen sitze ich heute hier. И поэтому я сейчас здесь. Виктория Мариска, областная радио. Кто и когда вам, кто рассказал вам про Украину и что самое, что вас тут вразило из этой розповеди? Hat dir zum ersten Mal über die Ukraine überhaupt berichtet und was hat dich so beeindruckt damals, als du zum ersten Mal über die Ukraine gehört hast? Naja, tatsächlich war das so, wann es gab einen Zeichentrickfilm. Ein Zeichentrickfilm, nachdem das in Tschernobyl passierte, mit einem alten Ehepärchen. Ну, опять же, Я спробую розмовляти українською, але вибачте, якщо я не дуже буду точно. Він, як же говорив, посмотрів один мультфільм про Чорнобиль, де була стара пара людей, і це його дуже впечатлило. Und da wurde erzählt, dass man sich vor radioaktiven Strahlen retten kann, wenn man seine Matratzen schräg gegen die Wand stellt.
І там розповідалось, що можливо зберегти себе від радіоактивної дії, якщо матраси з кровати будуть поставлені під наклоном до стіни. Und dieses alte Ehepärchen hat versucht, alles Wichtige, was sie hatten, so Essen und sowas, unter diese zwei Matratzen zu bringen. Und ця стара пара спробувала цю уловку, чи як так можна сказати? Und ich glaube, der Film dauerte ungefähr 6 oder 7 Minuten. Der Film... Мені я вже думаю, німецька і українська стала для мене також як іноземна, бо я вже 15 років там проживаю. Да, этот мультик длился 5-7 минут всего. Это было его первое впечатление об Украине про Чернобыль. Ja, und bis heute sollen wir keine Champignons aus dem Wald essen. Ich komme aus Bayern. І до тих пор йому мама не разрешает кушати гриби із баварського лісу, он оттуда. Что там, такой же проблем без радиации? Да. Ja. Naja, ein bisschen später als ihr, aber der Rest davon ist ja bei uns gelandet. Немножко позже, после того, как у нас эти были проблемы, они пришли туда, там же был ветер как раз в ту сторону. Як розподілялись ролі двух режисерів під час зйомки одного фільму? Хто чим займався? Wir haben wie die Rollen verteilt durch bei den Dreharbeiten. Wer hat was erlebt? Mit Schläge und Hieben. Ich werde jetzt was anderes sagen. Warte, also wir haben einfach ein Spiel gespielt. Wir hatten einen großen Ball, also wir hatten einen sehr kleinen Ball, wenn man es genau nimmt, nämlich einen Tennisball. Auf den haben wir drauf geschrieben, was wir vorhaben, nämlich Road Movie Ukraine. Мы просто играли, так сказать, восприняли это как игру. У нас был маленький мячик пинг-понга, мы на нем написали название фильма Road Movie Ukraine. Den haben wir in unseren Fluss geworfen. Мы бросили его в нашу речку, это река Майн во Франкфурте. Und von da ab haben wir ihn uns imaginär zugeworfen. Und so begann das Spiel. Из того момента мы, так сказать, в наших мыслях перебрасывали друг другу этот мячик. Так началась эта игра. Ständiger Austausch. Постоянный обмен. Diskussion. Дискуссии. Ой, насколько много внимания и... Вам принадлежала инициатива создания фильма, да? То есть вы попросили? Ну вот как он объяснил, ну просто меня это как-то затрагивало в тот момент, ну, поразило, наверное, сильнее, потому что у меня родители в Киеве, а Луц очень в любом случае интересовался. Вообще ситуация как то есть, он интересовался. Вы следили за ситуацией, которая... Он более, чем я. Ну, я просто потому что иначе не могла не следить, потому что общалась с родственниками, друзьями. А он просто потому что следит за политической ситуацией. Поэтому это было для него сразу интересно. Когда, вот, получается, зимой произошли события? Когда вы окончательно решили приехать и снять? Для меня был переломный момент Крым. Месяц вы готовились и уже весной приехали. Да, в мае. Ну, где-то я созрела после этого, там пару недель походила, подумала. И вот где-то в апреле мы начали подготовку. Формат фильма, он сразу вырисовался или в процессе съемки? Как вы сценарий писали? Или все корректировалось в зависимости от встречи с людьми? Формат фильма с воды... Im Voraus wurde geplant oder wurde durch die Arbeit so entwickelt? Hm. Was würdest du sagen? Also es war von vornherein klar, dass es kein Kriegsfilm wird, also so wie man es kennt, wie Kiew brennt zum Beispiel. Нам было обоим сразу ясно, мы были единогласны в этом, что это не будет фильм о войне, как, например, вот. Майдан Киев. Киев горит, мы смотрели ребят украинских. Super Film. Und also in Deutschland wurde mir zumindest suggeriert, als würde die halbe Ukraine brennen.
Und überall würden die Leute sich ihren Unterschlupf im Keller bauen? Ну, в Германии было бытовало мнение такое, что очень опасно ехать, и там все в огне, и очень опасно. В тот момент это было действительно непонятно, что будет. Und weil wir beide Medienschaffende sind? Ну, так как мы оба вращаемся в различных медиа. Haben wir uns gedacht, können wir das auf unsere Weise hinterfragen? Мы подумали, что мы попробуем тем способом, который нам наиболее близок. Also tatsächlich, also gefühlt, abstrahiert gesagt. Ja, fällt für mich immer noch der Vergleich zwischen dem 1. Mai in Berlin. Ну, если говорить вот чисто метафорой или переносном смысле, у него как бы это сравнение вызывает In Berlin, 1. Mai. Ich will ein Beispiel bringen. Он сравнивает это с 1. Мая в Берлине. Da brennen in der ganzen Straße die Autos und in der nächsten Straße trinken die Leute Kaffee. Там горят на одном переулке машины, а за углом люди пьют кофе. Und jetzt sind wir in die Ukraine letztes Jahr gekommen und auf allen unseren Wegen ist uns der Krieg nicht begegnet. Also nicht offensichtlich. И вот мы приехали в Украину, и война нам как бы вот лицом к лицу мы с ней не встретились. Aber die Bilder in Deutschland, die wir geliefert bekommen haben, hießen eigentlich, die Ukraine brennt. Но те картинки, которые мы получали, ну, которые нам которые мы видели в Германии, говорили, что Украина в огне. Und es war toll, das irgendwie zu sehen, dass wir da im Frühling kommen. Und wir waren ja selbst ganz erleichtert, dass wir nicht in den Krieg direkt da so ankommen. Это было здорово приехать весной и увидеть, что люди живут и что это было. Also ich habe mir noch in der Nacht vorher einen Zahn ausgebissen vor Angst. Перед поездкой ночью он, так сказать, от страха поломал зуб, ну, то есть скрипел зубами во сне. Два питання. Перше, що мається на увазі, говорячи про 1 травня в Німеччині? І друге, наскільки картинка, яка була в уяві, відповідала тому, що побачила тут? Це Фран. Was meinst du unter 1. Mai in Berlin? Ja, es ist einfach unkontrollierter Krawall. Keiner weiß, Klar, welche Regel? Jedes Mal am 1. Mai? Ja, ja, völliger Tumult. Sag ein paar Wörter, was passiert? Sie möchte wissen, Autos brennen. Warum? Welcher Anlass? Ach so, der 1. Mai ist, helf mir mal. Ja, Tag der Arbeit, warum? Tag der Arbeit, aber. Aber, Julian, sag mal bitte. 1. Mai in Berlin? Einfach um Ja, ja, das an ist, dem Tag darf man einfach. Ja, an dem Tag werden jedes Jahr in Berlin einfach Autos angezündet. Просто такой вот день, оказывается, в Берлине, 1 мая, да, это тоже день рабочих. Вроде как, но у них принято в этот день, так сказать, поджигать машины, то есть демонстрировать, противостоять, протесты проходят. Посредством, например, зажигания машин. А другой вопрос был, как картинка. Andere Frage, was du eigentlich schon beantwortet hast. Wie, was für Unterschied war zwischen was du dir vorgestellt hast und was du tatsächlich hier erlebt hast? Wie unterschiedlich waren diese Bilder? Ja. Ja, krass. Nichts von dem, was ich mir vorgestellt habe, habe ich gesehen. Ничего того, что он себе представлял, он здесь не увидел. Nur lauter schöne Menschen. Только много прекрасных людей. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня вопрос, сколько времени вы работали над материалом, презентовали фильм в Германии, то есть увидели немецкие зрители его, и какую аудиторию вы планируете охватить здесь, в Украине? В каких
Frage ist, wie lange haben wir an dem Film gearbeitet? Wie und ob haben wir in Deutschland den schon gezeigt? Für was für Publikum und wie kam es an und was haben wir mit dem Film vor in der Ukraine? Welche Städte wollen wir bereisen und was für Zielgruppe wünschen wir uns? Sagst du? Я отвечу за нас двоих. Ну, работали мы, снимали мы 17 дней в том году, объехали тогда 7 городов. Это был Киев, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Одесса, Львов и Киев. Потом мы практически год работали над ним. Монтаж длился долго, у нас было 32 часа материала. Можно было сделать дольше, но мы, это не основная наша работа. Да? Мы оба занимались своими делами. Мы получили, вот наш спонсор Джулиан Флагтон сидит здесь. С помощью его, без его помощи мы бы не смогли довести это дело до конца. Получили от него 5000 евро. И от государственного кинофонда Хессена 6000 евро получили для уже постпродакшн, так сказать. То есть вы можете суммировать бюджет вашего фильма? Да. Ну, плюс, что мы вложились сами на поездку, и еще у нас было несколько частных спонсоров. Отчасти на эти деньги мы сюда приехали. Вот. Со временем за этот год к нам присоединилось множество людей, которые нас поддерживали. Самый главный наш помощник Владимир Шаповалов, он здесь тоже. Он харьковчанин, и благодаря ему мы сейчас здесь сидим. И дальше. Где мы показывали? Да, были премьеры вот в его большом магазине. Это первое так для закрытого круга друзей. Наверное, человек тогда 50 собралось. Потом была такая официальная уже премьера конечного результата, тоже для закрытой группы, там, наверное, человек 80-100. Потом еще целевую премьеру. Я... Может, что-то я забыла? Украинская вечерка, ВОЗ. Там было более 100 человек, тоже в магазине улица. И вот последнее, это была ратуша, показ фильма в ратуше города Майнца с мэром города, с городской администрацией, тоже более 100 людей, в основном немцы, в основном люди зрелого возраста, ну и молодые. То есть, в принципе, наверное, сколько? Вот, наверное, 1500 уже посмотрела в Германии. Як німці реагують на цей фільм? Для них це відкриття, чи вони були готові до такого? Секундочку, я закончу. Здесь ми хочемо поїхати по тому же маршруту. Кому? Всім. Всім хочемо показати. Відкриття. Да, вони желали... Я реагую на Deutschen auf unser Film. War das für diese wie Offenbarung? Oder haben Sie sowas erwartet? Also beim Rausgehen in Mainz im Rathaus haben sich sehr viele total bedankt und waren emotional ergriffen und begriffen und konnten nichts anderes tun, als das mitzuteilen. Man hat das gespürt. По окончанию показа в Майнце, так как это было почти самое масштабное немецкое мероприятие, люди благодарили, были восхищены, и это их захватило. Gesagt. Mhm. Das Allerbeste, was uns passiert ist, wir haben diesen Trailer da geschnitten und haben ihn online gestellt und eine halbe Stunde später klingelte das Telefon. Ich habe schon erwähnt, dass вот он возвращается чуть назад. Самое удивительное, что с нами произошло, мы этот трейлер, который вы только что посмотрели, создали до фильма. Да? Так бывает, называется тизер, да? Потому что мы должны были с ним подавать документы на, вот, на помощь кинофонда. И после того, как мы поставили его онлайн, через 15 минут позвонил телефон, это был Джулиан, фирма Comvector.
Was? Naja, das Schöne war ja gar nicht so, dass da der Julian am Telefon war, sondern die Tränen, die man da gehört hat. Das war ja die Frage. Прекрасное было. А, вот вы спрашивали, какая реакция, да, вот этой вот, что он слышал, что он как бы был настолько растроган, Джулия, еще никто не видел тогда нашего материала этого, что он прослезился, был так тронут. Немецкий друг. Что он решил поддержать нас, помочь довести дело до конца. Настолько он был тронут. Для них події в Україні, для німців із вашого фільму. Постали в іншому світлі чи ні? Щось нове вони про Україну довідались? Є різниці, які Білда і Удача і Мунцерн Фімзін в Сиздані Майнунах. Бекум дія нове Білда в іді України, ефан дія етвас? Ich glaube, definitiv. Ich könnte, das beste Beispiel ist meine Mama. Он думает наверняка, самый лучший пример – это его мама. Ja, die weiß jetzt, wo ich war und dass es da super schön ist und ist ganz erleichtert und viele andere Freunde wollen jetzt auch in die Ukraine. Trotzdem hat sie geschrieben, pass auf dich auf. Ja. Она теперь знает его мама, где он был, что здесь хорошо, красиво. Уже не так сильно волнуется, хотя я говорю, все равно она написала, будь очень осторожен. Но в том году она, мне кажется, намного больше волновалась. И все его друзья теперь знают, что он здесь, все с ним будет хорошо. Оль, она показывает в Германии, приходили украинцы, да. Которые живут, вот, а их реакция? Вот, например, была... Ладенная. Да, очень тоже позитивно. И... Такое какое-то чувство гордости еще больше за страну, мне кажется, вызывает. Благодарили и говорили, что очень честно, ничего наиграно, и в то же время очень позитивно и надежда, и как-то так свежо. А насколько вы давно не были в Украине, и какое у вас личное впечатление было после поездки по всем этим городам? Vorhin haben Sie gefragt wegen Ukraine, wie haben die in Deutschland reagiert? Und jetzt fragt sie, wie ist meine persönliche, wie lange war ich nicht in der Ukraine vorher und wie ist mein persönlicher Eindruck? Ну, я вот в том году была последний раз, сейчас спустя год и пару месяцев тут. Обычно я раз в год, раз в два года посещаю. Мои родители тоже часто бывают. Но сейчас реже, поэтому, наверное, я буду чаще приезжать. А мое, я увидела действительно другими глазами, посмотрела тогда, вот когда, так сказать, кому-то гости имеешь или как бы проводишь, то по-другому смотришь на это. И я Луца действительно предупреждала и немножко так запугивала, рассказывала, как надо себя вести, чтобы там не было неприятностей, и как будто бы вот, ну, то есть он потом говорит, что ты мне рассказывай, ничего такого нет. Как-то нам настолько повезло, вот все гладко было, нам действительно везде только помогали, все. Можете отметить, может, самую удивительную встречу, неожиданную, за время съемок? Конвия, Анна... Ein Ereignis von anderen so unterscheiden, was uns schwer beeindruckt hat. So ungewöhnlich oder besonders fröhlich auf unserer Dreharbeit hat. Was ist in der Erinnerung geblieben? Naja, die unheimliche Gelassenheit der Ukraine. Das sind dann keine. Sie meinte. Ein besonderer Reiz. Okay, он говорит, ну, неимоверно такую расположенность и расслабленность в позитивном смысле этого слова украинцев. А, ну, das war ein Dauerereignis. Ein Dauerereignis. Это было постоянное ощущение от всех встреч, это его каждый раз удивляло. Открытость, я бы сказала, он имеет в виду вот открытость.
Ольга, нещодавно в пресі я побачила замітку, що іноземні посольства застерігають своїх громадян відвідувати саме Харківщину. Мені особисто не зрозуміло, чого тут можна так вже остерігатися, а от від чого ви застерігали Луца перед поїздкою? Що ви мали на увазі зараз, сказавши, що попереджали, як треба себе поводити? Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selbst mit ganz frischem Blick, also die Reise war besonders, weil ich durch dich auch ein bisschen anders mein Land kennengelernt habe. Und ich habe dir so wie vorgewarnt, mach das nicht, mach dies nicht. Und dann sagtest du so, dass ich kein Recht hatte, ist doch alles cool. Und jetzt meinte die Dame, dass sie hat einen Artikel in der Zeitung gelesen, was sie so unangenehm beeindruckt hat, dass angeblich europäischen Botschafter warnen die Deutschen vor, dass die lieber den Besuch der Harkower Region lassen sollen, dass es gefährlich sei und so weiter. Und Ihre Frage ist, von was habe ich dich vorgewarnt? Kannst du mir helfen? Also, nicht so blöd. Oh mein Gott. Я его спросила, чего же я тебя? Ну, это были более такие банальные бытовые вещи, да, там, чтобы не потерялся, чтобы если потеряется. Dass du dich nicht verlierst im Wendu und dass du da ein bisschen so bescheiden da und dass du nicht so auf die Menschen so. Und ich habe in Deutschland ein sehr großes Maul, ja. Hast du hier auch? Ich meine, so vom. Und ну, меня очень как бы так культурно сказать, так сказать, он очень дерзок на слово, да, у него острый язык, и я просила так как бы поскромнее чуть-чуть. Но он был очень открыт, он позитивно же открыт и позитивно острит, и все тут было хорошо. Тут не так багато людей знає німецьку, тому що він не сказав його посмішка, говорить за себе самому. А? Так это я же ще перевожу каждый раз по чуть-чуть. Ой, не стесняйтесь. Он говорит. Не, иногда мне очень сложно перевести Юру, потому что я иногда сама не понимаю, да? Как он это имеет в виду? Говорит, не так, ну, а, не so viele verstehen Deutsch hier, und deswegen dein Lachen sagt schon alles, und... Можно вернуться к фильму и рассказать, в каких городах будет он показан на протяжении какого времени, в Харькове, где люди могут собраться и посмотреть его, вот, больше о таких организационных вопросах сейчас уже. Möchte wissen, wo wir in der Ukraine zeigen, genau in Kharkiv, wo können die Menschen wissen? Du musst unbedingt sagen, dass es auf diesem Land Ferienareal total schön war. Я начну с того, где мы уже показали. Мы приехали чуть раньше нашей команды, все мы собрались 7 числа, 7 августа. Была, так сказать, официальная премьера в городе Киеве, музей сновидений. Там собрались наши киевские герои, ну их друзья. А до того мы показали в городе Умани, так как мой дедушка оттуда, в детской юношеской спортивной школе. Вот. Потом мы были в лагере, так сказать, пионерском детском под Киевом. Ну, не пионерском, конечно. И человек 80 деток с 14 по 18 были в восторге. Они выдержали эти 65 минут, у них потом, правда, была дискотека и закрытие, но они были в восторге, и они так размышляли, они говорят, то, что они видели, очень много фильмов, но то, что они видели, сейчас я люблю кино, это такое какое-то все уже надоевшее, уже все это знают и негативно, а это так свежо и так им интересно. И я спросила, что вам больше всего понравилось, они говорят, Киев, мужчина с гитарой, который поет, это вот... Дмитрий Кутовой и Одесса. Вот. И чтобы, где мы показываем? Сегодня вот в 6, немецкий центр в 6.30. Завтра у нас Дрогачи.
Деркачи. Деркачи в 5. Und in Huta vielleicht. In Huta mit der Rebecca Harms zusammen. Okay. Huta ist. Huta ist ein Ort. Ja. Okay. Ich glaube, das heißt so. Aber wir sind noch in Harte. Ja, ja. Да. Послезавтра в Пентагоне в 6 часов. В 6. В Пентагоне приходите. Деркачи, это, по-моему, за городом, да? Да, это районный центр. Вот. Потом мы едем в Днепропетровск. У нас 13 числа в клубе «Махно». Потом в батальоне на базе. Как? Днепрогин. Днепр. Батальон. Батальон, да, Днепр. Это 14 числа. Затем мы едем в Одессу. Там мы сейчас будем показывать на арт. Арт-пикник мы еще в Киеве показали Славы Фроловой. Вчера вечером. Спонтанно. Ребята организовали за. Комплетский. А? Комплетский. А, да, вот в этом розовом чемоданчике у нас целое кино, целый кинотеатр. Там все есть для показа. Буквально мы можем за 15 минут разложиться и собрать. Это у нас и в целях. А? IMAX 3D? Что-что? Шутка. IMAX 3D? 3D, да. 3D? 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 3D кино. 3D кино. Я, он zum Anfassen. Потрогать можно, да. Значит, Одесса тоже арт-пикник. И еще другие возможности еще точно мы координируем. Да, потом Черновцы, наверное, и может вот Луц подсказал Хута. Хута? Я Хута. В Карпатах, мне кажется, это место отдыха сейчас Ребекки Хармс. Мы благодаря тоже Дмитрию Кутовому и вот Владимиру Шаповалову. Поехали с нашей камерой в парламент Штрасбург. Штрасбург. Я всегда путаю Страсбург и еще чего. Страсбург. Demnächst München in Deutschland. Но это были еще съемки в Страсбурге. Они не вошли в фильм, потому что все-таки как-то вот мы в Украине, и мы снимали интервью и доклад Дмитрия в рамках. Было от партии зеленых мероприятие и в рамках, как называлось, вечер? Voices from Ukraine. Да, Voices of Ukraine. Это тоже было почти год назад. И вот так мы познакомились с Ребеккой Хармс. Она большой фан Украины. И вот сейчас мы сообщили, что мы едем на Украину. А она сказала, я в Украине в отпуске. Может быть, мы... Она в отпуске в Украине. Может быть, мы ее посетим и покажем там. Мне кажется, это может какой-то санаторий. Можно чуть больше про Ребекку Хармс, потому что не все радиослушатели знают, кто это, немножко о ней. Ich habe erwähnt, Ребекка Хармс, und jetzt wissen wir nicht, weil vielleicht nicht alle wissen viel davon. Erzähl bitte etwas über die Ребекка Хармс. Ah, okay. Also, die ist im EU-Parlament. Die Vorsitzende, also die Chefin, Leader, Präsidentin Partei Зеленых, der Grünen in Europa. Präsidentin Partei Зеленых в Европе. Она много лет борется вот за то, чтобы Украине становилось все лучше и лучше. Мы просто с ней интервью брали, как-то с интервью она ее сердце тоже Украина поразила, когда она после катастрофы в Чернобыль приехала, и у нее друзья с тех пор здесь, и она очень активна. Пару вопросов еще. Какие кадры не вошли в ваш фильм, но очень бы хотелось? И какие планы, есть ли у вас следующие проекты, связанные с Украиной? Welche Bilder und Videos? Also welche Bilder kamen leider nicht ins Film? In den Film, obwohl wir das gerne hätten, aber es, warum hat es nicht geklappt? Ребекка Хармс. Ja, Ребекка Хармс. Ich habe schon erwähnt, warum. Потому что это как бы уже не Украина была, и мы решили, как-то не подходило. И второе, и что вы спросили? План. Und haben wir Pläne, weiter in die Ukraine was zu machen?
oder was mit der Ukraine zu tun hat. Ja. Wir hatten eigentlich vor, jetzt die Stimmung einzufangen. Also ich hatte das zumindest sehr stark vor, 3 Sekunden einzufangen von Dingen, die man hier bemerkt oder sieht oder die einem so vor die Augen schlagen. Wir hatten vor. Ja. Он говорит, что мы хотели, действительно хотели, mm-hmm. но вчера мы решили, не будем это делать, да? Mm-hmm. Ты сказал. Мы хотели, так сказать, такие короткие впечатления от каждого показа снимать по 3 секунды, например. И потом такой, как бы, более экспериментальный фильм из этого сделать. Ну, это очень все затратно по энергии. То, что мы сейчас проводим, я крешу ворону с них. Es ist einfach too much. Es ist einfach too much. Это просто чересчур много и как бы лучше мы качественно это. Aber ich würde jetzt von mir sagen, das ist schon allein, dass wir hier sind und zeigen es auch. Natürlich. Ja, ein Marathon. И wir dokumentieren das auch. Ja. Aber per Fotos. Это уже тоже проект, что мы сейчас приехали и показываем это марафон, киномарафон. Yeah, so и мы документируем это фотографиями и ведем, так сказать, как блог в Фейсбуке, и все наши фаны немецкие, и не только украинские, и русские во Франкфурте, в Германии следят и радуются за нас. Вы залишили свои координаты, где вас можно на Фейсбуке знать? Да. Roadmovie Ukraine. roadmovieukraine.de. Да, спасибо большое. Спасибо. Продвигайте Украину в Германии. Danke, dass wir die Ukraine in Deutschland popularisieren. Ja, und vielen Dank für die Einladung hierher. Спасибо большое за приглашение сюда. Спасибо. Wir sind heute Morgen 5 aufgestanden, nur für euch. Мы сегодня в 5 утра встали специально для вас. Спасибо. Приходите на показ. Да, обязательно.